агрегатор легкокрылых. Каким-то образом ты все-таки пробрался внутрь меня и стал агрегатором бабочек и стрекоз у меня в животе. Где живот, значит жизнь по-старославянски. Словно я большой кокон, а ты собиратель звезд. Выбираешь лучшие из лучших. Получив условный сигнал по линии беспроводной связи от другого тебя, из них мгновенно вылупляются сотни легкокрылых, минуя стадию развития гусеницы, и устраивают переполох внутри. Так бьют крыльями, что шевелится кожа моего астрального тела. Периодически они устраивают прорыв, используя силу многих, приложенную в одном направлении. В образовавшуюся дыру проникает свежий астральный воздух, который несет оплодотворяющие эмоции, воплощающиеся затем в стихии стихов. Агрегатор легкокрылых.